тазы жира. Ребята, порвали. Да у них, у каждого в бороде по тарелке щей запуталось. Богатыри. Да, сейчас они подстроятся. Мне музыкант говорит, сейчас мы подстроимся по пизде. Ну, мы типа стимджет, играем рок. Вот сейчас будет песня, которая так называется, хард-рок. То есть можно сказать, что до этого было легкий рок, а сейчас будет тяжелый рок. В соответствии с названием. Заходите к нам в ВКонтактик, слушайте альбомчик. У нас он уже третий. Ну, посещайте концерты. Кстати, Саша подсказал вам верную тему. Покупайте футболки, у нас же футболки вон там есть. Лежат. Мерчевый столик, на котором лежат футболки. Женские, мужские. Единственное, мы не можем обслужить тучных людей, потому что у нас все иксы и икслы закончились. Но если вы М, изящный человек, типа вот как, например, я, то можете приобрести. You've got to win, you've got to win.
чуваки, я продал вашу футболку за 500, я не знаю, сколько она стоила. А, молодец, спасибо. Пятикатка, я ее продал! Это был Волк Продаж. А мы продолжаем дальше. Так много осталось. Я продолжу.